Вокруг отлова бродячих собак назревает очередной конфликт. На этот раз делом занимается абаканская полиция. Минувшей ночью в центре республиканской столицы задержан автомобиль, в котором находилось сразу 11 убитых животных. У водителя и пассажира при себе было несколько единиц оружия, а также специальные дротики со смертельным ядом. Как пояснили задержанные, они работают по заданию одного из предпринимателей, который выиграл тендер на отлов бродячих собак. Почему выбран именно такой способ, сейчас выясняют полицейские. Подозреваемым может грозить до 5 лет заключения. Очевидец задержания, зоозащитник Андрей Левашкин, говорит, что прежде столь массового убийства животных в Хакасии не было, и это настоящий антирекорд. На месте они, отловщики, пояснили такую ситуацию, что у них контракт в городе Минусинске, что животных они убивали не в Абакане, в городе Минусинске. Хотя вот свидетель, который нам эту информацию предоставил, видела, что они убивали именно здесь этих животных. И сейчас по факту там этих животных нет.